Добрый день, всем здравствуйте. Сегодня небольшая столярка или плотницкие такие работы. Ну, в моей железной мастерской иногда необходимы изделия из дерева. Ну а раз нам необходимо изделие из дерева, будем делать изделие из дерева. Как тут волокна идут, вот так, да? Я, конечно, не мастер, не плотник, супер-пупер. Ну, досточку выстругать и обровнять у меня еще фантазии хватает. Кстати, полезная ручка. Раньше бы глубину поменять, надо было откручивать ножи там выше, ниже. Сейчас ручку крутнул, все. Ну а что, вполне себе даже и ничего так. Ребят, не знаю, какой материал, куда материал. Мы из него сделаем сейчас маленькую оправочку для хранения металлорежущего инструмента. Полочку такую. Так, края, давайте попробуем края обрезать. Здесь есть маленькая канавочка, удобно фасочки снимать. О, краешки такие получаются. Не совсем красивые торцы сейчас. Подрежем немножечко. Ну, так, думаю, посимпатичнее будет, да? Ну, совсем острые кромочки можно напильником или наждачкой. Сделаем наждачкой. Ну, буквально чуть-чуть притупил кромочки. Чуть-чуть притупил кромочки. Спасибо.
Я как-то показывал, ребята, бита вот такая с магнитиком. Очень удобно. Раз, примагнитилась и не теряется. Классно. Так, ну что, давайте нашу конструкцию теперь закрепим. Я думаю, 4 будет достаточно. Отвечая на естественно возникший вопрос, зачем эта лабуда нужна. У нас есть подписчик Дмитрий, живет в Германии. Он нам прислал вот такие замечательные сверлышки. И вот для них теперь у нас будет специальный уголок. Они теперь всегда перед глазами, но они теперь никогда никому не мешают. Гляньте, как удобно, правда же? Ну и к тому же можно просто вот пятые конуса, они вот тоже сюда замечательно становятся и не теряются. Ну вот, ну то есть у нас где-то как-то вот такая штука получилась. Ну если кто-то будет переживать, что будет мешать задние бабки, ну ребят, вот отъехал до самого зада, крутить не мешает. Эксцентрику вообще этому не мешает, ну да, рычаг для зажима. Крутилки тоже не мешает. И в то же время я в любой момент достал, поменял. В принципе, удобно. На этом коротенький ролик у нас заканчивается. Благоустраивайте свои рабочие места, такие маленькие органайзеры. Приобретайте себе новый прикольный инструмент. Ребят, скоро Новый год. У многих есть знакомые женщины, можно сделать такой прикольный подарок. На этом все. Всем огромный такой привет по диагонали. Как-то неудобно так стал. Ну да ладно. Будьте здоровы. Всем пока.